Привет! Сегодня мы гуляем и отдыхаем на севере Англии, Wootton, если я не ошибаюсь, и здесь проходит пивной фестиваль. На фестивале представлен достаточно широкий выбор местных пивоварен, порядка 30 сортов различного пива и примерно столько же сортов сидра. Здесь мы уже сделали какие-то отметочки пива, которое понравилось, которое не понравилось, которое вообще попробовали и которое только собираемся попробовать. Вот. Но достаточно все живенько идет. А вот что происходит на самом фестивале. Детишки прыгают на батутах, народ катается на аттракционах и отдыхает, откисает под музыку, пиво, бургеры. В общем, все как обычно. Отличный день, отличная погода и отличное настроение. Все, что нужно для посещения данного фестиваля. Ух. Пойдем послушаем, что там за музыка у нас играет. Там всякая еда, народ отдыхает, гуляет. Какой-то концерт, периодически здесь живое выступление, живая музыка. Вот сейчас люди готовятся, будут что-то играть интересное, а пока просто заставочка музыкальная. Люди сидят, отдыхают, в павильонах происходят всякие различные интертайменты, можно пофотографироваться. Просто посидеть, откиснуть, купить какой-то вкусной еды, вон бургеры всякие разные. Всякие викторины. Можно выиграть вот такую вот замечательную тележку с пивом. Ну и, собственно, огромный выбор пива. Got a black magic woman, got me so blind I can't see.